Итоги уходящего года и планы на будущее обсудили на встрече жителей микрорайонов Клязьма-Старбеева и Старые Химки с городскими властями. О проделанной работе отчитались заместитель начальника территориального управления Татьяна Шашахметова. Так, в 2015 году были отремонтированы дороги и тротуары, в нескольких десятках дворов появились новые детские площадки с безопасным покрытием и тренажерами. Благоустроили скверы юности, юбилейные, а рядом с зданием администрации по Московской появился памятник святым Петру и Февронии. Установлен фонтан. Сильно изменился и парк Толстого. В рамках благоустройства парков и зон отдыха проведена масштабнейшая работа по благоустройству парка имени Льва Николаевича Толстого. Здесь реконструирована летняя эстрада, построены пешеходные дорожки, смотровая площадка, построен и открыт на территории контактный зоопарк и обустроена пляжная зона. Это тоже очень красивые наши места, которыми можно гордиться даже не на уровне города, а, наверное, уже на уровне городов. После отчета жители смогли задать свои вопросы представителям власти. В частности, горожане говорили о необходимости починки тротуаров. Затронули тему капитального ремонта в домах и высказались за создание новых детских площадок. Но, к сожалению, сказать, жизнь не стоит на месте, и невозможно в один год зайти в каждый двор, навести порядок на детских площадках. То есть в этом году очень много было площадок демонтировано. Это те площадки, которые были в аварийном состоянии, небезопасны для детей, соответственно, были демонтированы. На следующий год планируется их благоустройство и заново создание. Все проблемы, озвученные жителями, будут решены в ближайшее время. Более детального рассмотрения потребуют только просьбы восстановить Клязьминский дом культуры и пристроить дополнительный корпус к гимназии номер 4.